Друзья, всем привет! Я сейчас, вот вы мне просили показать, как я делаю огурцы в горчичной заливке. Я вам покажу так, как я делаю. У меня вот есть книжечка, она у меня уже, я даже не знаю, с какого года, очень давно такая. Может, у кого-то еще тоже есть. О, это еще, знаете, какой год? 2018. Так, вот у меня тут, она такая новенькая еще, хорошо выглядит. Сейчас я вам покажу. Так, итак, берем 4 килограмма огурцов разных. Я беру разных. Вот какие, вот видите, мне помыть надо эти, все помыть. Здесь эти колючечки все убрать. Жопки вот эти с двух сторон. Вот так, видите, огурчик. Хопс, убираем, разрезаем. А какие у вас большие, если огурцы, можно на 4 части. А если такие средненькие, говорю, на две части. Какие-то у меня вот так на четыре части, видите, разделаны. Это зависит от огурцов. Есть вообще, я просто сделала, смотрите как. Видите, вот огурчик, он тоненький, я вот так на две. Раз, на две части. Раз. А если у меня такие вот такие маленькие огурчики, я их прям разрезаю пополам. И все. Ну, у меня тут разные, потому что. У меня в основном едят в горчичной заливке. Итак, 4 килограмма огурцов берем. Затем, сейчас я вам перечислю, что у меня здесь стоит. 4 килограмма огурцов, 1 столовая ложка молотого перца, 2 столовые ложки горчичного порошочка, 3 столовые ложки соли, 200 грамм растительного масла, 200 грамм сахара, 200 миллилитров 9% уксуса и 2 головки чеснока. Вот я через крупную терку его потерла, этот чесночок. Но не головки именно, а не стручка 2. Головки. Видите, сколько? 2 головки у меня. Итак, берем вот это все, что у меня тут есть. Вот этот перчик вот так. Затем чесночок вот этот берем. Так, сахарку. Сахарок. Соль. 9% уксус. 9%. Сухая горчица. Перчик. И маслица. Вот это все я залила. Затем я все это перемешиваю. Вот так, смотрите, друзья. Все перемешиваем. И оставляю я на 3 часа вот это все. Но постоянно я вот это все мешаю. 3 часа постоит, я вам потом покажу, что дальше делать. А иногда, знаете что, она вот так у меня замаринуется. Я беру вот этот огурчик, ой, вкуснятина, и ем. Сейчас, правда, он еще не маленький, не настоялся, а так мне очень нравится вот эта вся приправка вкусненькая. Все, сейчас даст маленько сока. Ждем 3 часа. Потом я вам расскажу дальше, что надо делать. Итак, друзья, у меня прошло 3 часа. Вот огурчики дали сок, вот стали таким цветом, приобрели такой цвет. Я настерилизовала вот 4 баночки, вот такие, 1,5-литровые. Я не знаю, сколько мне хватит, но я думаю, 2, наверное, может быть, 3. Ну, на всякий случай, 4. Помыла, пастеризовала. Сейчас я их наполню и поставлю в кастрюлю в большую. Вот, наверное, 3 банки только войдет. Вот эти огурчики поставлю. Я буду их стерилизовать с момента закипания 20 минут. Ну, посмотрю, сильно их подваривать не буду. Ну, как бы по рецепту там всегда пол-литровые баночки 10 минут, а литровые баночки 20 минут. У меня 1,5-литровые баночки, но вот я буду 20 минут их стерилизовать. Все, сейчас
наполним. Так, вот этот рассол заливаю теперь в баночки. Три огурчика осталось, не влезло. Три половиночки. Так. Так, полный не буду пока наливать. Заливаем рассольчик. Сейчас прикрою крышечкой, поставлю в кастрюльку. И с момента закипания у меня будет вот эти баночки стоят 20 минут. Так, поставила баночки, все у меня закипело. Баночки закипели. Сейчас жду 20 минут и закрою крышечки. Все, у меня прокипело 20 минут. Я смотрю по состоянию. Огурчики желтенькие. Выключаю. Так-с. Так, я одела вот варежку. Такую. Опа. Достаю баночки. Раз. Два. И три. Сейчас я их закрою и переверну. Ну все, я крышечкой закрыла. Баночки горяченькие. Все, теперь надо укутать. Сейчас я укутаю. И пусть стоит до полного остывания. Друзья, очень вкусные. Кто хочет попробовать, попробуйте. У нас даже дети едят. Даже приходили в гости маленькие девочки, мальчики. И всем очень нравится. Сын у нас, Алексей, приезжает и прям по несколько банок он берет только такие огурцы. Всем нравятся. Попробуйте, очень вкусные. Всем, друзья, пока-пока.